На улице Куйбышевское шоссе, недалеко от автомобильного центра КАМАЗ, произошло ДТП. Его участником стал водитель автомобиля Hyundai. По предварительным данным, он просто не справился с управлением и улетел в кювет. Кроме водителя, в аварии пострадал пассажир, 5-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля без специального удерживающего кресла. Он был доставлен в медицинское учреждение. Во время движения ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям правил дорожного движения, все дети до 12-летнего возраста должны перевозиться с помощью детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. В результате ДТП сам водитель не получил травм, а его автомобилю были нанесены серьезные повреждения. Впоследствии его машина была доставлена на штрафстоянку. Помимо затрат на ремонт своего автомобиля, водителю придется заплатить штраф в размере 3000 рублей за нарушение правил перевозки детей. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».